On your mark, get set. Right. В священных зданиях раньше были такие медные шары, они наполняли их ртутью и поднимали очень высоко, чтобы они могли собирать атмосферную энергию, которая является свободной энергией. Чем выше ты поднимаешься, тем больше энергии накапливается там наверху. И они могли бы провести, например, медный провод вниз в свой дом, и они могли бы использовать его, если бы им нужна была бесплатная энергия. Или зажечь свои лампочки, или что-то еще, что у них было дома. Многое из этого никогда не разглашается, потому что, например, когда мы смотрим на все эти вещи из прошлого, мы начинаем понимать, что много из них связано с электропроводностью. Только посмотри на это. Они все похожи на кондукторов, не так ли? Священные здания выглядят как кондукторы. Они построены как кондукторы. Прямо здесь есть свободная энергия. Свободная энергия находится прямо здесь. Но дело в том, что они изменили всю историю так, чтобы все выглядело так, будто все сражались друг с другом. Это было средневековье, люди шли друг против друга. Но на самом деле, я думаю, что эта скрытая история прошлого сильно отличается от того, чему нас учили.